ценности. Лучше брать не пропаренный. Котлеты готовы. С этих количества ингредиентов получилось у меня 10 штук. 10 котлеток. Очень быстро. Еще раз повторюсь, это готовится. И давайте я вам покажу в разрезе. Эти котлетки. Вот так они выглядят в разрезе. Оператору дам попробовать. И сама тоже попробую. Вкусно. Да. Ребята, знаете, даже я думаю, дети будут с удовольствием есть такие котлетки. И свой вкус. Вкус рыбы. Очень вкусно. Кто не готовил, пробуйте готовить. Всем желаю всего хорошего. Готовьте с удовольствием. Всем пока-пока.